Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Budweiser. Решил я ее все-таки сегодня добить, попробовать. Как говорится, не люблю оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Так что, поехали. У нас, кстати, ребята, это последний уровень. И будет финальный босс. Уровень 21. Это кто там у нас такой? Что за криворукий бот? Ага, Доминака. Доминака Плаза. О-о-о-о, тихо. Слушайте, это что, уже босс, что ли, здесь? Да ладно, нет, это был не босс. А я уж было обрадовался. Нет, был обычный робот. Так, танки еще какие-то тут приехали. Так, уничтожаем этот танк как можно быстрее. Конечно, летунок, как бы не так. Я уже знаю твои повадки, так что меня врасплох ты так просто не возьмешь. Танк тоже был не босс. Интересно, кто будет боссом? Стаминаки так и прут. Так, тихонько. Блин, эти птички достали уже. Огненные фениксы. Как их назовем? Ага. Так, а вот эти вот с щитами, это у нас бронированные. Блин, как-то их нужно уничтожить. Да ты достал уже там летать, а? Даун. Заколебал на самом деле, а? Хе-хе-хе, поджарили. Минус танк. О, ХП и оружие, отлично. А вот он, ребята, и босс. Кто это у нас такой? Знаете, мне напоминает он этого. Жук-носорог есть такой. Уж очень сильно, блин. Уж очень сильно напоминает. Птичка, не покидай меня. О, спасибо. Фига ты шпаришь, братуха. Мне скоро прятаться незачем будет. Черт, блин, ну ладно. Одну хп хватнял, фиксим. Ребят, мне скоро действительно незачем будет прятаться. Смотрите, все разносит, гад. Готов, хлопчик. Как говорится, иди на корм рыбам. И уровень 21 у нас пройден. А значит, что мы плавненько переходим с вами к 22 миссии. Ух, отлично, уровень 22. Кстати, напоминает мне, уже в прошлых сериях был такой кораблик летающий. Так, понеслась. Мы что ли... А, ну да, мы внутри уже Доминаки Плазы. Все старые-старые лица. Старые боты. По-другому их не назвать. Да-да-да, конечно-конечно. О, тихо-тихо-тихо-тихо, тихонько. Блин, мышка, иди отсюда, а, достал уже. А от вас-то какой противный звук, блин. Роботы на колесиках. Не понял юмора, кто меня сейчас задел. Вау, заваруха-то, ё-моё. Черт, нифига. Просто бесо. Да ну нафиг, как так? Должна же присесть была. Мишинган, это хорошо. Ох, сколько вас здесь, а? Блин, не достает огнемет. Достанет базука. Ага, вот и босс, ребятушки, босс. Супер-пупер вертолет какой-то здесь. Что он делает? А, что он делает, блин? Он делает ракетами, бобо. Ясно, я тебя понял. Оп. Придется почаще уворачиваться, ребятушки. Здесь другого варианта я пока не вижу. Да какой, блин, огнемет? Вот и другое дело. Черт. Если бы здесь босс был бы хотя бы один, а то вызывает себе подмогу, уродец. Если сейчас так и пойдет дальше, мне уже прятаться негде будет. Да сдохни тут же, ты остался. Все, есть, ребята. Фух, добили мы его все-таки. 22-я миссия у нас пройдена. И 23-я на кону. Так, это что такое у нас? Я даже боюсь предположить. Экшен. Экшен, экшен. Ё-моё, сразу же получил люлей. Вот это другое дело, мишинган самое то. Да хорош уже, блин. Так, мне надо, ребята, вот эти вот статуи разбивать.
Rocket Launcher — это хорошо. Короче, статуя — это, я так понял, и есть босс. Блин. А их не так легко и подбить. Смотрите-ка, они довольно крепкие. Ай, есть. Успел хп-шки взять. Эй, бомбы бросать — это нечестно. Так, минус одна, отлично. Так, еще осталось их тут три. Минотавры какие-то, как будто я в музее в каком-то нахожусь. Жесть! Это просто жесть, ребята, была. Так, повтор. Так, в первую очередь подбиваем всегда птичку, чтобы... Ага, тихо, тихо, летунок, иди отсюда. Пока все хорошо. Но еще раз повторю, нужно статуи эти валить. Потому что они еще вот эти вот шары свои не пускают. Оу. Финиш просто, блин, какой-то, а. Да ну хорош, блин. Так, ребят, тут уже не смешно, на самом деле, если честно. А, спасибо. Жизнь подправили. Так, дальше, 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 дальше. Надо быстрее хп-шки взять, отлично. Получилось. Да ну нафиг, да. Так, две статуи осталось, ребята. Две всего. Ой, две. Какие две? Три. Обрадовался уже. Есть? А почему? А как так? Я не понял. Ребят, я же вроде бы не уничтожил все статуи-то. Но, тем не менее, как вы видели, мы этот уровень прошли. И я очень рад. 24-я миссия у нас. И, как видим, какой-то очередной летающий босс. Что у него там с клешнями, интересно? Так, экшен. Мы вроде бы в Томинако Плаза с вами, да? Тихо. Куда же мы направляемся-то? По комнатам бегаем, как эти сумасшедшие. Юху! Отлично! Very good! Ну давай-ка, жарить буду всех тут. Бесщадно! Птичек этих, мушек и всех подобным им. Никого не буду жалеть. Сколько же вы дроидов тут наплодили, а? Босики. Да, такие армии, наверное, могли бы захватить человечество. Но есть сейвер, так что они под моей защитой. Все, абсолютно. Так, замечательно. Я не могу понять, что здесь делать-то надо. Ага, опять враги выходят. Где птичка? Дайте мне оружие нормальное. О, спасибо. Так, вот, пошло, как говорится. Все идет как надо. Мишинган — это вещь. Черт, он спрятался, блин, за укрытие. Не тут-то было, да? Да сколько же вас, а? Ну... Жесть какая-то, блин. Так, ладно, не будем расслабляться. Птичку подбил, но она мне ничего не дала, а? А, нет, все отлично. Вот. Так, хп, оп, спасибо. Так, вот здесь уже начинается покрупнее заваруха, потому что вот эти кристаллы, они уничтожаются. Ну что, блин, разлетались-то тут, а? Оу, а вот и босс, ребята. Да ладно, успокойся ты тут. Какая-то пчела, знаете, кого мне напоминает? В низе черепашках была такая, это. Ого, что это он такое сделал? Муха, помните? Профессор, который превратился в муху. Оу, щет, вы смотрите, что творится-то. Он минирует землю. Так. Он, ага, вот значит, что он делает. Блин, он уничтожает мне мои перегородки. И опять взрывает землю. На мне такая мишень, да, висит. Оп-оп-оп, а я-то убегаю. Че, все, что ли? Ну ты и вата. Ну ты и вата, босс, а. Ух, ребятушки. И финальный босс у нас. Так, что тут такое? Ладно, клоунская твоя морда. Вечеринка кончается здесь и сейчас. Не стоило тебе приходить, Эрин. Что? Ты знаешь, как меня зовут? Ого, в смысле, я ж прямо польщена. Может, мне еще автограф или селфи попросить?
Хотя нет, ты прав. Отложим это до того момента, как я нападам тебе и сорву твои злодейские планы. Опережай события, прости. Забавно. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь, бывший агент Сейвер. Но, похоже, не так хорошо, как мне казалось. Стоп. А вот и классический злодейский монолог. Молчать. Я думал, достаточно будет оставить тебе сломанную, разбитую и прикованную к больничной койке, чтобы ты держалась подальше от дикоботов и того, что последует потом. Ты следишь за мной, что ли? Это как-то стрёмно. Кто ты, черт возьми, такой? Погоди, облава. Но в этом нет смысла. Ты слил мою операцию и организовал ту засаду. Технически можно сказать, что это был не я, а Рой. Рой? Какого дьявола? Он был моим напарником. Ты спятил, он не предавал меня, его убили дикоботы. О да, какая трагедия. Но видела ли ты, как он умер? Я потеряла сознание, когда лишилась руки. Рой, еще несколько недель до засады он все повторял, что нам следует отказаться от дела. Возможно, он пытался уберечь тебя от кроличьей норы, но, увы, как и Алиса, ты провалилась в страну чудес. Ты пытаешься задурить мне голову, как Рой связан с восстанием андроидов. Это, моя дорогая Эрин, вопрос, который уже не имеет никакого значения. Мгновение спустя появится солнце, а это здание исчезнет без следа, и начнется революция. О, как мило. Ты все еще считаешь, что твой план сработает? Что? Ты ведь не думаешь, что я буду просто стоять здесь и смотреть, как ты все тут взорвешь, не так ли? Как я и думал, Эрин. Меньшего от тебя и не ожидал. Ага, вот и все. Закончился у нас монолог. 25 уровень, что это за... что это за летающая мышь у нас такая, а? Пора надрать ей задницу. Поехали. Так, а, это, ребята, у нас... самолет какой-то. Так, какие-то бомбочки. Оу, тихо ты. Так. Что ты, все, угомонился? Ага, не тут-то было. Да ладно тебе, завязывай своими лазерами тут бомбить. Ёлки-палки. Оу, ребята, у меня одна хпшка. Это очень плохо. Опа, мимо. Так, ну что дальше-то? Что дальше-то? Блин, лишь бы не лазер. Нет. Ну и босс, ребята, я вам скажу, это проще некуда. Что ты там кряхтишь? Оу, продолжение. Ну-ка, поехали дальше, ребята. Это, блин, да ты достал же. Отлично. Здесь, оказывается, ага, вот он еще что делает. Здесь, оказывается, двойной босс у нас. Двойные стандарты. Так. Это дело мы переждем. Да что ж такое-то? Достал он в самом деле-то. Что-то ржешь там, чувырла. Так, опа, уворотик. Ну давай, хорош. Так, ребята, первую фазу мы прошли. Да заткнись ты там, вылетай давай. Что ты делаешь? Так, ну ладно, стреляешь. Срочно берем ХП. Так. Что это такое? Не понял. Это... Оу. Ох ты. Ты смотри, что делаешь. Черт. Блин, как у него медленно отнимается здоровье. Так, ну это-то ерунда, что он тут запускает свои фейерверки. Какая-то что за новая фигня. Так, опа. Вот его надо в ближнем бою из огнемета шпарить. Ну, он довольно быстро заканчивает у нас. Так, тихо. Да ё-моё, блин. В разнобойку летят у него эти. Фиг пойму, что как назвать их даже. Лазеры. Так, не чуди давай.
Его не пробить. Защищает его вот эти вот шары. Так, ребята, одна хп у меня, блин. Есть. Надеюсь, не будет больше никаких трансформаций. Оу, мы, по ходу дела, прошли игру. 25-я миссия пройдена. Так оно и есть, ребята. Довольно забавная была игра. Блин, ну и нервотрепка это была. Этот крепкий орешек оказался киборгом. Технология, благодаря которой машина стала неотличимой от человека, явно вышла боком. Не говоря уже о вмонтированной ядерной бомбе, которая должна была активироваться на рассвете. Разумеется, я не позволила этому произойти. Позже ученые обнаружили, что в назначенный час детонатор среагировал бы на малейший всплеск энергии. Восстание андроидов так и не началось. Учитывая, что сигнал к началу не был дан, а их лидеры погибли, вся эта затея была обречена на провал. Конечно, поначалу после этого по Бот-Сити прошла волна волнений, но вскоре мой обреченный город вернулся к своему так называемому нормальному состоянию. Что мне до сих пор непонятно, так это почему киборг намекнул, что Рой все еще может быть жив. Если верить этим словам, то мой напарник отринул все, за что, как мне казалось, он сражался. Железяка говорила так, будто знала меня. Я знаю, что это все вздор, были официальные похороны Роя. Да, я не смогла на них присутствовать, потому что находилась в больнице, но они состоялись, весь департамент присутствовал на них. Не могло же... Рой. Я не усну спокойно, пока не докопаюсь до правды. Да, ребята, мы прошли с вами игру Бутвайс. И что я могу сказать? В принципе, игруха довольно неплохая. Жалко, конечно, что она немного простенькая. Но, тем не менее, забавная. Сразу мне как бы ностальгия о старых временах, когда я еще играл на геймпадах Dendy, Sega. В общем, могу сказать так, что если хочешь немножко расслабиться после всяких там таких мощных довольно компьютерных игр, которые мы обычно с вами играем, просто заходишь в нее и расслабляешься. Вот и все. Как именно картинка, да? Чувак валяется. И полицейские шныряют там. А голос Эрин Элиза Парк. Ну, мне такое ощущение, что должно быть продолжение этой игры, потому что она должна все-таки докопаться до истины. И я хочу дождаться, ребята, концовки, посмотреть. Я вот люблю, когда пишут уже все, типа... конец игры. А потому что могут быть в конце всякие сюрпризики. Ну, вы сами понимаете, о чем я, да? Смотрите, The End. А также вам спасибо за то, что сыграли. Да не за что, всегда рад. В ролях. Кто тут у нас в ролях? Оу, ребята. Патрона бот. Ага, это все у нас боты, киборги, которые были в игре. Паршивец Джеймс. Бешеный байкер. Мухобот. А вот эти вот мелкие меня бесили. Конусобот. А вот они, ребята, с щитами, которые это... Змеебот. А это скрипуны, которые меня бесили. Колесобот. Так, нырялобот. Это водолазы, помните, которые появлялись там. Пламенный солдат. А это что у нас такое? Тестовый дроид. А вот и босс. Жукобот это, оказывается. Вот кто. Мистер Стрекоза. Ну, дикий свин, конечно же. Носорог пылающий. И... так, а это кто у нас тут? А, это ракетный ящер. А этот у нас хмырь. Доктор Оптикус. И Безумец. И Эрин, естественно. Слушайте, я думал, что Безумец это и есть Рой, если честно. Ну, что-то у меня такая закрадывалась мыслишка, но, видимо, нет. Это был обычный какой-то киборг. Так, ну и что? Бот-Вайс, я понял. И... что? Доктор. Сэр, все показатели в норме. О чем я вам и говорил, ребята? Хорошо. А проект, как он продвигается? Лучше, чем мы могли надеяться. Новая серия киборгов будет готова в течение полутора месяцев. Я думаю, вы найдете эти творения весьма особенными.
Ради вашего же блага, доктор, лучше, чтобы так и было. Прототипы, использованные в Томинака Плаза, оказались разочаровывающими. Уверяю вас, новые модули удовлетворят вашим потребностям. На это я и рассчитываю. Сэр, а что насчет девчонки? Она... У вас уже есть план, исключающий ее повторное вмешательство? Вас это не касается. Это дело личного характера. Вот оно что. Так что ждем, наверное, ребята, с вами продолжение. Спасибо за то, что сыграли. Если вам понравилась игра, пожалуйста, напишите об этом в отзыве в Steam. Это поможет нам идти дальше и радовать вас подобными играми. Спасибо. Ну, а на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых видосиках. Так что далеко не расходимся. А на этом все. Всем пока и удачи. До новых встреч, ребята.